Всем привет! С вами Вероэль. Давно от меня не было вестей на ютубе, а все потому, что в январе я стала мамой прекрасной девочки. Именно это событие подтолкнуло меня иначе взглянуть на систему планирования. Кстати, в инстаграме мне много раз задавали вопросы, как же у меня с маленьким ребенком получается успевать делать творческие дела. На самом деле я совсем мало успеваю задумок море. Но что-то получается, и с каждым днем все больше, так как удалось найти систему планирования, которая мотивирует. Итак, пока я болтала, успела набросать развороты на апрель. Все просто, несколько заголовков и разлиновки на месяц. Вкратце, я делаю список задумок на месяц, а потом записываю результаты по дням. И все это обычно синей ручкой, чтобы не заморачиваться, она всегда под рукой. И чтобы не залипать, подбирая цвета. Лучше это время уделить малышке или себе. Будет всего три разворота. Первый будет посвящен задумкам на этот месяц и его итогам. Чтобы разнообразить синюю ручку, я решила использовать цветные бумажные скотчи. Быстро и интересный эффект получается. Но хочу сразу сказать, что задумки на месяц – это не четкие цели для выполнения. Это направляющие идеи, которые по возможности я бы хотела успеть воплотить в перерывах между нянчением Полиночки. Хотя бы часть идей. И чтобы зря не тратить время, я собрала их в список. Если есть время, пробегаюсь по нему глазами, выбираю понравившийся пункт и сразу делаю. Кстати, в сравнении с моим бездетным прошлым, сейчас я стала более продуктивной. Парадокс? Просто сейчас я не позволяю себе зависеть от такой ерунды вроде «О, сейчас не тот настрой, дождусь я лучше вдохновения». Я просто беру и делаю, когда есть время. Пока подсыхают чернила, рисую следующий разворот. Он посвящен творчеству. Здесь я по дням расписываю, что же удалось сделать. Для примера покажу развороты на февраль и на март. Записываю даже маленькие дела, посвященные творчеству, типа поста в Инстаграм или карандашный набросок. В суете мамских будней даже такие дела кажутся победами. Маленькие шаги, которые вдохновляют и со временем создают большие достижения. Основа букв готова. Накладываю сверху скотч и немного украшаю буквы. Да, тут мне в голову пришла пара идей по тексту для видео, так что параллельно записываю. Далее нумерую свой календарь. Конечно, можно было бы как-то выделить цифры скотчем, цветом и так далее, но все-таки у меня ежедневник на скорую руку. Когда я только начинаю оформлять странички, то обычно просто расчерчиваю дни и пишу заголовок. Какие-то дополнительные украшения, типа теней и узоров, добавляю позже. Например, вечером, когда хочется, чтобы мозг отдохнул, я открываю ежедневник и рисую ручкой разные дополнительные элементы. Или днем, когда Полиночка спит, я могу послушать аудиокнигу и параллельно украшать развороты. Не продумывая дизайн, просто как рука пойдет, чтобы немного отдохнуть от дел. Также в апреле я хочу выделить время на изучение языков и физическую активность. И это третий разворот. Языки – моя давняя страсть. Изучение языков – это для меня синоним слова «отдых». В этом месяце хочу уделить внимание английскому и итальянскому. На английском я говорю свободно, поэтому просто стараюсь регулярно смотреть видео на ютубе или слушать подкасты, чтобы поддерживать уровень. А вот итальянский у меня пока базовый. Сейчас во время кормления учу слова в приложении Memrise, как-то еще заниматься пока не получается. Решила объединить активность и языки в один календарь, все равно буду писать очень кратко. Теперь хочу немного украсить страницы. Добавлю цветов, линий, теней. Все это, конечно же, ручкой. Итак, вот такой у меня получается ежедневник на апрель. Еще раз повторюсь, мне он нужен не для планирования, а для отслеживания результатов, которые теряются в суете мамских будней. Делитесь в комментариях своими любимыми способами вести ежедневник или ссылками на вдохновляющие видео про оформление.